Совместная работа полицейских и судебных приставов отлажена уже давно. Должников вычисляют с помощью фоторадарного передвижного комплекса. В потоке автотранспорта мы определяем машины, принадлежащие должнику. Соответственно, инспектора ДПС останавливают водителя, мы проверяем на наличие задолженности. При желании водителя оплатить, он сразу же может это оплатить. Оплату на месте производят через банковский терминал. Если нужной суммы при себе нет, арестуют автомобиль. Погасить долг нужно будет оперативно. 10 дней предоставляется должнику на то, чтобы либо он принял меры к погашению задолженности, либо назначается, проводится оценка данного транспортного средства, передается на реализацию. Должники могут использовать официальный сайт банк данных, сервис нашего сайта для оплаты. В прошлом году в ходе таких рейдов судебные приставы арестовали около сотни автомобилей и взыскали долги на общую сумму порядка 500 тысяч рублей. Мария Колосова, Сергей Дорохов. События дня.